Георгий, смотри, пингвины из Мадагаскара, да? Они что-то задумали, ты с ними не связывайся, а то что-нибудь намутят. Поедешь ты с ними в Африку. Вот такая вот красота. Оазис среди поселка. Панды, качели. Динозавр. Выжил, походу, из мелового периода. Говорят, они вымерли. Вот пингвинчики. Зебра, жираф, слон с слоненком, трехглавый дракон, бегемот такой шикарный и вдали лев на постаменте, на камне. И пальмы вот такие вот. И такой маленький как фонтан с колоннами. Красиво. Очень даже. Вот они. Вроде бы взрослая, Лен. Дай ребенку покататься. Нашли такой вот интересный музей под открытым небом. Скульптур животных и качели красивые. Малыш, тебе нравится здесь? Вообще шикарно, да? Так вот, сюда будет поселка на Фипском, в сторону поворот на Смоленскую. Проезжаешь чуть-чуть, и вот она здесь находится. Красота. Такой динозавр. А ближе подходишь, через него можно пойти и прямо на горочку подняться. Динозавр горка. Вот какая красота. Вот, шикарно. Просто круто. Такой вот парк. Вот забрался. Опа, и проехался. Ну давай тоже. Опа, и проедемся. Опа. И вот что-то медленно. Вообще, что-то у меня задница не скользкая. Thank you.